Политик не только национального, мирового уровня. Это при Назарбаеве летом 2017-го в Астане полноправными членами Шанхайской организации сотрудничества стали Индия и Пакистан, превратив структуру из регионального игрока в глобальную силу. Именно в Казахстане удалось посадить за стол переговоров сирийские власти и оппозицию, что привело к прекращению боевых действий. Успешный, который взялся за это дело, предложил народу программу, осуществил эту программу. И эта программа дала ощутимый результат с точки зрения блага людей.